Привет, меня зовут Вика. Я точно знаю, как поднять новогоднее настроение себе и окружающим. Покупаем сувениры, сладости и другие подарки. И несем их в детские дома. Кстати, такие подарки можно сделать своими руками. Объединяемся со своими друзьями, коллегами и одноклассниками и придумываем большую благотворительную акцию. И таких подарков собираем целую кучу. Счастливые лица детей. Что может быть лучше? С Новым годом, друзья! Хей, друзья, я Лёша. Для меня секрет новогоднего настроения очень прост. Главное – дарить теплоту и искренность всего сердца. Желаю, друзья, незабываемого Нового года, нежные объятия и душевные разговоры, лучший рецепт праздничного настроения. Всем счастья! Всем привет, меня зовут Соня, и я знаю, как сделать новогоднее настроение праздничным. Украсьте кабину своего лифта новогодними магнитиками и оставьте записку с просьбой присоединиться к вашей идее соседям. Вот увидите, серая кабина лифта превратится в яркий и сказочный мир и будет радовать всех жителей. С наступающим Новым годом!